5 декабря волонтеры во всем мире отмечают свой профессиональный праздник – Международный день добровольца. В этот день в районном доме культуры прошло торжественное чествование лучших в сфере добровольческой деятельности на территории Невельского городского округа по итогам 2022 года «Время спасибо». Большое спасибо за вашу работу. Несмотря на свой возраст, это молодые люди у нас, люди старшего поколения. Среди молодежи добровольческого движения участие принимают и люди старшего поколения. Их называют серебряными волонтерами. Таких добровольцев в Невельском районе много. Одна из них – Вера Николаевна Шляк. Была награждена благодарственным письмом администрации Невельского городского округа за активную жизненную позицию, участие в мониторинге цен и мероприятиях в сфере общественного контроля над предприятиями потребительского рынка. Спасибо вам большое. Вы знаете, когда говорят «спасибо тебе, это великая честь», а когда еще так награждают, я буду стараться как можно больше на благо нашего округа и нашего Сахалина. Спасибо вам большое. Серебряное добровольчество – одно из самых важных форм гражданской активности для людей старше 50 лет. Они, как и молодежь, помогают в организации и проведении различных культурных, социальных и спортивных мероприятий. Я в волонтерство пришла в 2014 году, и это настолько заразительно, это настолько приятно доставлять людям радость, быть нужным. И хочется вам сказать спасибо за то тепло, за ту доброту, которую вы дарите нашему городу, нашим людям. И вообще распространяете то тепло на территории Сахалинской области, да и всей страны в частности. Спасибо вам большое, я вам желаю крепкого здоровья, счастья. Творите, вдохновляйтесь, всего вам самого хорошего. За активную гражданскую позицию, личный вклад в общественную жизнь и развитие серебряного добровольчества, а также активное участие в волонтерской деятельности Невельского района, благодарственными письмами отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа были отмечены самые активные участники движения серебряных волонтеров и активная молодежь добровольческого движения. Служба информации Невельских новостей.